Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола. Мы с вами в Волгограде. Здесь в ближайшие минуты начнется заключительный матч третьего тура МЛБ первой лиги. Ротор принимает тульский Арсенал. Арсенал может стать первой командой сезона, которая после трех туров в состоянии набрать 9 очков. То есть максимум. Пока у туликов 6 баллов. Ну и, собственно, матч в запасе против Ротора. Если Арсенал сегодня выиграет, то выйдет на чистое первое место. Да, и в центре обороны мы его сейчас видим. Все, игра началась. Ротор против Арсенала. В центре обороны это вынужденные изменения. Большаков травмирован. Подача Соколова в штрафную площадь и удар по воротам. Это опасно. Быстрая, хорошая атака. Завершение. Да, не точным, но ударом с опасной позиции. Давайте еще раз смотреть. Долгое время работал в системе Краснодара, так что прекрасно знает воспитанников Краснодарской академии. Подача. Удар с подбора опаснейший. Отличный шанс сейчас был у Шевченко. Бил, находясь рядом с линией штрафной площади. Мощнейшая попытка. Игрок Арсенала, который за карьеру 2 матча за сборную Белоруссии провел. А вот опасно может получиться Ткачев. Бил, находясь у боковой линии вратарской. Сильно получилось. И не точно мяч в итоге в сторону трибуны полетел. Вот такой удар прямой. И вот это да. В штангу мяч попадает. Что придумает сейчас Хабибов? Под штрафную обратную передачу получил. На третьем в итоге комбинация. Может быть, сами не ждали, но так получилось. Удар по воротам! Опасно! Это Алексей Берников убрал мяч под себя. Ну и почти с линии штрафной пробил. В дальний верхний угол. Не попал. Надеюсь, не будет скандальных ситуаций. Судейских. Таликин навешивает удар по воротам. Спасает свою команду Левашов. Опять Левашов, как и в матче с КамАЗом. Выручает. Ведь непростой момент был, да. И там еще рикошет, по-моему, или отскок. Ансор Хабибов у мяча. Разыграли угловой. Цараев. Можно вернуть мяч партнеру. Цараев навешивает на дальний угол вратарской. И удар с подбора, и гол. Арсенал все-таки забивает. Вот сколько пытались они бить издали. Одна из таких попыток оказалась голевой. 90-я минута, 1-0 Арсенал. И от штанги мяч в ворота влетел. Сложнейший, конечно, удар для вратаря. И Никита Чигров сейчас побежал к кому, я не очень понял. Это вышедший на замену Никита Раздорских забил. Ротор, конечно, будет рисковать. Сейчас, ой, какая ошибка. И Арсенал может за это наказать. Ворота пустые, но не попадает. Данил Липовой. Привез, конечно, момент Юрий Завезен. Шестой номер. Показывает, может быть, как раз Болотова, что нужно было выходить на мяч. И все, финальный свисток звучит. И не случайно нам выхватывают крупным планом Никиту Раздорских. Он автор единственного победного гола Арсенала в этом матче. Выйдя на замену на 59-й минуте, на 90-й Раздорских нанес классный удар из-за штрафной.